Всем привет! Сейчас я покажу небольшой розыгрыш с туалетной бумагой. Возьмем рулон туалетной бумаги и черный фломастер. Для начала отмотаем немножко туалетную бумагу вперед. Нарисуем на туалетной бумаге паучка. Можете нарисовать поменьше, побольше, кому как понравится. Ну, у меня получился такой корявенький. Вы можете постараться и нарисовать покрасивее, поправдоподобнее. Но, по сути дела, это не меняет. Когда жертва начнет отматывать туалетную бумагу, она увидит вот это чудо. И, естественно, испугается. Потому что не сразу поймет, что это что-то нарисованное и безобидное. Всем удачных розыгрышей! Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока!